«Спартак» завершит групповой этап Лиги Европы гостевым матчем против Варшавской Легии. Очень сложная для прогнозирования игра, поэтому давайте сконцентрируемся на текущей форме команд. «Спартак» выдает весьма неплохую серию из 3 матчей без поражений во всех турнирах. Особых предпосылок к тому, что она должна прерваться, я не вижу. Дисквалификация Соболева, безусловно, станет для москвичей проблемой, но не решающей. «Легия» летит ко всем чертям во внутренних турнирах, а еврокубковая нагрузка – настоящая обуза для клуба из Варшавы. Результативной эта игра не получится, поэтому победа «Спартака» в 1 или 2 мяча – вполне логичный вариант. Удачи!